Радуйся, благая вратарница, двери райские верным отверзающие. В день празднования одной из наиболее известных и почитаемых в православном мире икон Пресвятой Богородицы, именуемой Иверской, епископ Клинцовский и Трубчевский Сергий совершил божественную литургию в храме в честь покрова Пресвятой Богородицы города Злынка Новозыбковского благочиния. Иверская икона прославлена многими чудесами и знамениями. Почитание ее широко распространилось по всей земле, в том числе и в нашем Отечестве. Праздничная литургия в этот день собрала жителей города Злынка помолиться в этом чудесном храме, который ведет свою историю с середины 18 века и, по милости Божией, не был разрушен богоборцами. Устами и единым сердцем молились Богородице, чтобы она невидимо, но благодатно пребывала в наших домах, семьях и трудах, чтобы мы всегда приходили к ней, как к своей родной матери. И когда человек приходит к своей родной матери и склоняет ей на колени уже свою, может быть, сидеющую голову, он открывает перед ней все свое сердце. И, конечно же, никто не может так утешит человека, как его родная мать. Мы все приходим в храм Божий для того, чтобы здесь, пред чудотворными образами, открыть свое сердце и получить утешение и любовь от преблагословенной Девы Марии. Ведь Господь слышит ее чистую молитву о нас и подает свою милость тем, кто почитает Матерь Божию. И вера наша должна быть простой, детской, чистой. Тогда Матерь Божия слышит наши молитвы и наши воздыхания. И обязательно она, невидимо, утешит, обрадует и благословит открытое пред ней молитвы сердца.